Вернулась, мать ее. Какие-то карты есть? Идем в бомбоубежище, можно увидеть оружие. Очень много выживших. Лутаются. Я нашел только карту какую-то и салфетку. За мной гонится какой-то выживший. Он хочет тоже, скорее всего, в бункер. Но я попаду туда быстрее. Вон еще двое. Заходим в бункер. О, жесть. О, жесть. Ничего не видно. Фонарик почти не светит. Ну, всем привет, это проект Дейзи. Нашел несколько каких-то папок с документами, еще не рассматривал. Нашел пистолет, но обменял его с другим выжившим на нож. То есть у меня просто нож, я обменял на нож. Нашел галеты, спички, какой-то сыр вроде бы нашел. Я просто не рассматривал, просто беру. И сейчас продвигаюсь в сумку, и все-таки наша встреча. Третьего нашего человека моржа мы потеряли еще в самом начале. Не знаю, где он вообще. А вот и Соник на точке уже. Оболтаем здесь что-нибудь в округе. И спросим, чего он нашел вообще. Я нашел пистолет, но обменял на нож. Он есть, я обменял. Я нашел галеты. Нашел две папки какие-то с документами непонятные. Я нашел спички. Я нашел все, чтобы нам попить чай. И у меня тоже что-то есть салфетки. У меня есть сахар, чай. Там облутали все бункеры, там оружия было мало. Там в основном еда, я не знаю какого хера. Здесь облутано рядом все. Ну так наблюдал бы. Я только тут напишу. Да я видел тебя. Да. Давай соседние это облутаем, потом в дома пойдем быстрее, а то сейчас все облутают. Нам вода еще нужна, я уже пить хочу. А вода там. Сдох. Где? Родник был возле этого. Ну дома, да. Надо роднике воду набрать, потому что сейчас оружие народ уже наберет, слышишь? Давай быстрее. You are friendly? Friendly? Пока не залупаемся. Завтра будем точно залупаться. Надо бинт! Да не, не говори пока, просто надо сначала узнать. А у вас что? Давай я, может я подойду, я снаружи. А у товарища? А у него есть автомат? А это ваши товарищи? Да нет, у меня что, у меня есть бинт. Хочешь что-нибудь? Бинт нужен? Что это такое? Адаптор? А, бинт спичка. Блядь, бинт слишком. Бинт бы. Давай бинт. Слушай, есть документы? Документы? Да, есть. Пацаны? Нет, мне, я предлагаю. А, не-не, не надо, спасибо. Что возьмешь? Бери. Пожалуйста, выбирай. Паш колбасный. Слишком, блядь, мало. Ты взял, конечно. Да не по чесноку? Ну ладно, пока. Почему? Могу еще не, можешь просто так дать?
Окей, окей. Вот, лизинга, спасибо. Ну давай, давай, хорошо. Да. Что, мы обменяли на икру овощную и чуть-чуть? Икра и колбасный фарш. Да, один день. Почему быстро лутаем маленький дом, потом пойдем в большой. Так, мы набрали воды, облутали подвал, там ничего не было. Сейчас будем лутать первый этаж, он выживший какой-то. Сейчас будем лутать первый этаж, второй этаж и дальше. Постараемся проблемы найти. Чувак, тебе надо обменять на карточку. Автомат. А, у нас все есть жвачка. Да есть, есть. Чуть-чуть, но есть. Там наверху кто-то есть, Дэн. Какие-то крики. Тут как-то убрано. Кто-то как будто бы себе базу подготовил. Эй, живой! Френдли! Ну вот так поделай, как в игре. Короче, там как... А? Да, файн. Поделай так для видео. Какие-то укрытия из... блоков, с кирпичей. Видимо, кто-то тут отбивался. Поел и умер. Короче, косяк. Нас с третьего этажа заметили военные. Я напугал голубя, он вылетел. И они нас заметили. Сейчас идут и проверят нас. Что мы вообще тут делаем? Тут еще и выше первого этажа, кажется, не играет. Или выше, а, выше второго этажа. Или первого, да, первого этажа. Мы идем к ним. Сейчас будем отмазываться, чем мы тут делали. На самом деле, вот на этой лестнице видно веревка, что была. О, киперная лента. А с той стороны не видно. Там разборки. Гражданин Черногории. А что мы так медленно идем, а? Не подгоняете? Все, ложили, очки одень. А? Так, на будущее. Ложили что? Есть что пожрать? О, что-то есть. Нихуя, говорит, нищеброды, блядь. Жрать им, говорит, нехуй. Жрать. Может быть, мы зря раскидываем, не? Карточки, ребят, вы. А вы раскидываете что-то? А ты как бы что-то жрешь? Ну, пока нет еще. Ну, зря. Я бы на твоем месте уже сожрал. Да, вот как раз таки мы там расположились, и вы нас заметили. А это карточка. Ну, ладно, ничего, ребят. Карточка есть, я не знал, да, что сюда вставлять надо. Ну, о, ну, оставь, пускай пожрет. Да? Праздник у него. У меня сегодня праздник, у него будет сегодня праздник.
Последний раз. О! Миш, что хотел сказать? Смотри, однако, да? У тебя карточки есть? Вот это только первый. Лестницы поднимались? Здесь, нет, здесь нельзя, здесь же киперка, блядь. На втором этаже киперка, она не закрывает полностью, да, как бы проход? Она как бы чуть-чуть, непонятно, что... Снимай зомби, валим. Снимай зомби. Ой, уходи нахуй! Валим, 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 валим! Зомби. Так. А что у него на груди такое? Вич. Оу. Пацаны, давай сюда. Меня интересует информация. За информацию получу деньги. Получу деньгами, либо продуктами. Ага. Ко мне подходим, знаем, как меня зовут, да? Вот. Ко мне на базу Саида спрашиваем, мы говорим информацию. За достоверную информацию получу либо продуктами, либо деньгами. Окей. Мне нужна группировка, которая здесь орудует базу. А не убивает? Они могут убивать. Так что все, вперед отсюда. Бегом! Да, короче, следующая у нас контрольная точка, как я понимаю, это вояки. Там мы должны встретиться с моржом. Да, вот, и там уже поедим, да? Вояки нам не дали поесть, но за информацию сказали, что заплатили. Зовут Аид. Командиры их. Им нужна какая-то информация про банду, которую убивают. Какая-то стоянка уже заброшенных машин. Мы идем на базу военных, чтобы, возможно, найти нашего друга Моржика и что-то, возможно, обменять у военных. Спросить у них про документы, которые мы нашли. Можно было их вообще брать? И можно ли обменять? Это вообще от нашей игры. Потому что там какие-то куча документов времен СССР. С ксерокопиями, непонятно, вояки. Снайпер на крыше. Руки, наверное, все-таки в небо надо. Руки в небо, скорее всего. А морж прошел туда, нет? Как вам можно незаметно подойти? Мы хотим найти нашего друга и спросить насчет документов и обмен. Это морж? Да, это морж. Мы одновременно пришли. Наш товарищ. Морж! Ты рядом проходишь? Или сюда? Сейчас на расстрел. Мы хотим спросить насчет документов, насчет обмена и, собственно, третью задачу мы выполнили. Раба нашли. Да нас тоже, у нас материал вообще хороший. У нас две папки, и надо проконсультироваться. Можно было их брать, это от нашей игры или нет, там просто ничего не понятно. Они как будто бы настоящие вообще. Потому что экзоскелет вряд ли это. Это всего скорее сета. Ну и вот эти папки интересные. Другие папки, наверное, все-таки актуальные. Они были закрыты, аккуратненькие, новенькие. Сигареты достать можешь? А, да? Ну так антуражнее.
Я уже от патруля побегать успел конкретно. А там мы смотрели два человека. А нас спалили, в курсе, в комнате были голуби, они испугались, вылетели из окна и нам заставили нас выглянуть. Иначе бы штурмовали. Олег, по квесту вопрос. А, по квесту какой день? Ну один, кто там? Давай. По квесту. Так, ну все, у меня, то есть я еще двое. Это кто? Тоги. Че, ехать? Тоги, это кто? Тоги. Или кто? Тоги? Ну я не знаю, Тоги говорят. К Ольге. А, Ольга? А где Ольга? Вот. Здравствуйте, Ольга. У меня есть какие-то документы, я хотел проконсультироваться насчет них. Вы тут рождаете зомби, как я понимаю. Да, сама. Вот такие вот. Ой, это пахнет. Можно лизнуть? Вот эта вот штука, это актуальная? Пока нет. Пока нет? А я и мог ее взять с собой? Нет. Ага. Что не надо. Дело в том, что они выглядели, я имел в виду, я думал, как карта или документ какой-то лежащий. Тут их куча, то есть мне их вернуть на место или вам отдать? Нет, вернуть на место. Просто они очень далеко. Я думаю, что не скоро могу туда добраться живым. Вы доберетесь, да? А когда они станут актуальными? Поскольку пройдет первый квест на этом... Локации. Первый класс, ясно, понял. Спасибо. А на обмен кому? Кого? Вещи. Еды. Медика. Господа, на обмен с кем можно? Обмен? Да. Обмен. Что? Я ж нет ничего. Не, ну это я не отдам. У меня есть вот это. А что это? Ну, еда всякая разнообразная. Вода. Вода. Да. А у вас что есть? Ты пришел меняться или торговаться? Ну просто смотри. Скажи, что есть и что хочешь. Скажи, для начала. Потому что я сразу скажу, что не боюсь. Мне нужны медикаменты. Медикаменты? Да. У нас есть медикаменты? Короче, из того, что у меня есть, это всего лишь два бинта. На патроны, на автомат не дают. Того, что у меня все, что есть. Это ничего не есть? Да. Три пачки галеч, пик, паштет печеночный, колбасный фарш. Ты в чем-то полезен оказался. Это и нож. А у тебя? Что? Кстати, Вадик, смотри. Я нож нашел. Вода, все для нашел чая. Нашел нож? Да, и карточку назад. Красавец. Все, а у тебя что есть еще раз? Ну, у меня там чай, сахар, сливки. Еще я нашел грелку. Вы сможете поменять на патроны, конечно. Все это? Там. Да, только на патроны. Ну, о чем? Все, что у меня есть. Там две пачки того-то, две того-то. Я, кстати, патрон нашел 5.45. Это для калашей, да? Да. То есть у меня патроны уже есть 4 штуки. Блядь. Денчик, дай мне кому-то. 4 патрона? 4 патрона. Ну, сейчас мы отойдем. Я, как понимаю, 2 даже не выстрелят, или 3. Нет, если перевернуть их, то выстрелят. Ладно. Что, пойдем дальше? А, точно. Что, лутаем домик? Эпический. Нет, что-то есть? Наверное. Как заросло-то красиво-то и порушило. Залез, и ничего нет тут.
Круто. Так и помру тут в зомби-апокалипсисе в этом. Использованная консерва, но ничего больше. Все, выбираемся отсюда. Сейчас, в общем, мы решили перекусить тут в зомби-апокалипсисе. Вот таком вот замечательном месте. Сейчас пацаны через окно вылазят, и мы тут перекусим всякими-всякими вкусностями, которые у нас есть. Есть сыр, фарш, сыр, паштет, там фарш, ну и так, в тишок. Это у нас на обмен шпик, фарш и икра еще. Ну что, мы кушаем? Нож, нож потерял. Бинты есть у кого-нибудь? Бинты есть, вот так, бинтуйте. Вадик, все ранен. А? Смотри. Я вижу эту красотку. Вон второй с красным платком. Вон третий еще. Да я не знаю, я ничего не смог, в багажнике ничего нету. Нету ничего. Что случилось с человеком? Ой. Бинт! Пролетел! Отвлекитесь, парень! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Иди сюда, дорогая! Понимаете, вас четверо, она на вас идет. Иди сюда, вкусно будет! Виталя, это Ален как раз, это Бог. Это Бог, да? Ой, малыш. Почему Боба написан на бустанке? Сука, ну помоги! Давай, давай, давай! Иди сюда, иди! Отходи, отходи! Дорежи там, дорежи нормально! О, ну сумка считается? Морж! Уходим! Короче, 5 или 6 бинтов взял.
Охрененно. Зомби чуть не захавал. Раньше я ее знал. Ее звали Катя. Ну, сейчас, наверное, тоже зовут Катя. Только тут небольшая приписочка. Зомби Катя. Ладно, идем дальше. Только что был автокраш. И мы побежали с ребятами на него. Я самый первый добежал. Ребята что-то отстали, их там военные прессанули. Вот, подбегая к машине, я увидел несколько убитых зомбаками, которые перерождались. И был неприятный, ну как, ладно, просто случай. Подбегаю я к человеку, который скоро станет зомбаком. Вижу, что у него очень хороший лут. Там нож, пистолет, там бинты, тоси-боси. Только рукой начинаю брать лут, и он меня сразу, типа, убил. Неприятно, у меня было очень много вещей. Прям, может, было двое суток питаться, бинтами обматываться. Ну, очень жалко. Нож был. Ну, ничего, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Я зол. Ну, общими силами, на ужин нам хватит. Все очень плохо, на самом деле. Все было хорошо. Я просто пытался как-то приободрить нас. У нас мало еды. У нас нет особого оружия. У меня только нож. На троих, блядь. На троих нож. Опа. Немного еды. Мы спрятались от дождя. В каком-то полуразрушенном гараже. А там еще тоже выжившие прячутся. Там за той крышей. Только что проезжали господа военные, разбрасывали лут. Но не разбрасывали. Они нас, да, не разбрасывали лут. Они оставили зомби на месте. Типа, чтобы он охранял лут. Но на самом деле там его нету. Такие дела, скоро спадки. Лутаю дом. Входы заблокированы зомби. Вошел еле-еле. Ничего здесь в доме нету. Выше не поднимаюсь. Я сейчас вроде как на третьем этаже. А вот и наш зомби. Товарищ, с которым мы проникли в этот дом. Не знаю, нашел он что-то или нет. Но фонарь у него куда мощнее, чем мой. Китайский за 30 рублей. Сейчас подойдем, посмотрим. Жесть, все болит. Находились, наверное, уже километров 10 точно сегодня. Есть что-нибудь? Зомби поднялся на третий этаж, справа он там. Фу. Да. На нижнем этаже я тоже прошестерся. Что, пытаемся?
Надеюсь, вы это слышали. Но я вроде бы поднялась. Она вроде бы наверху. То есть у меня свободен путь. Блять. Морж? 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 Чё? Морж? Жесть. Все, выключаю. Хорошо, ладно. Утро. Утро дойди. Был очень сильный дождь. Обувь промокла. Обувь промокла, спальник промок, все промокло. А вот чудо тут тоже промокло. Просто исчез. Вот пацаны, ну что ты сегодня сделал уже? Короче, пока вот эти два кренделя спали, я сходил на заброшенную школу и какое-то второе здание. Там была машина, я ее, собственно, ограбил. Прошел 3-4 здания, нашел две группы людей. Ну, не стал никого убивать по причине того, что у меня всего лишь топор с собой. Мало ли, чем люди были вооружены. Да и не факт, что у них вообще что-то было. Топор проявлять не хочется. Вот именно, товар проявлять не хочется. Тем более, каким трудом мы его достали. Да, это пиздец. Вот. Сейчас будем собираться, кушать и двигаться. Ну, да что, кругаля дадим точно парочку кругалей. Но еще надо костер сжечь. Да. Продолжаются наши похождения выживших в мире DayZ. Сегодня с утра поели, залутались уже. Нашли 3-4 схрончика. Вот идем в поликлинику сейчас, где вчера против двух зомби втроем воевали и своровали у них топор. Вот Денчик, Морж и бабка идут навстречу приключениям. Сейчас мы дойдем до поликлиники. Страшно всегда, потому что уже у людей, у многих есть оружие, автоматы, пистолеты и патроны, по слухам. А у нас всего лишь один нож. И топор. Брали, а, и топор, да, еще. Дэн, где топор? Перед тем, как спать, мы сделали квест. А, все, вижу. Добыли топор. Ого, КТ побежал. Вон поликлиника. Титьки на 74. Да, вчера не было видно. Улица Питкина 1.
Это там просто Титькина не вставилась бы. Ладно. Мы был. Комната одна. Кто-нибудь один, заходите туда. А что ты не зайдешь? Так, лучше ты где? Тын-тын-тын. Лук-то что-то нету. И никого нету. Вот это правильно. Мой руки перед едой. Берегите зубы. Расти здоровым. Отдохнул, сдай анализы. Он проктолог кабинет. Что бумажки? Бумажки, бумажки, нам нужны карты. Нам для этого больше оценки карточки дают. А что бы в больнице, в поликлинике были бы карточки с оружием? Ну да. Не, ну он пожарный, по идее, везде да. Есть топоры. Ну, может, пистолет пожарный, я не знаю. Автомат пожарный, да. Вот, упаковка от сухпая есть. Пустая. Что-то здесь было. Однозначно. Скорее всего, уже нету. Ну все, да? Блин, а откуда мы вчера выпрыгивали с моржом? Откуда мы вчера с моржом выпрыгивали? Откуда выпрыгивали? Я откуда в деревья? Нет. Стоп. Так, мы ничего не нашли, кроме проктолога. Вчера он за нами гонялся, хотел нам. Да, я прям свой дохуя, когда это хуя, опа, брат, вот это. Да, вчера вот здесь вот был топор, вон там вот внизу. И здесь было два зомби, и мы ночью... Топор. Да, там топор, который торчит. И когда мы его своровали, мы с Моржиком были вот в этой комнате, и двое зомби на нас поперли, мы из окна прыгнули. Это было больно. Что, давай-ка здесь перекурим, да? Фух. Уже сказала, радость немного темно. Да. Я-то отсюда смотрел, темно было, я думал, это... Да. Не, я знал, что нет. Все, снимает. Подгоняю. Жорик, Гавардана, бабушка. Ну, зарабатываем на автомат. Принесли взрослые. Для военных родных. Для нас, для родных. Ну хоть и жопу даем. Помёрзнут военные, деваться-то некуда. Ну что? Процесс идет, да? Что как? Идёт. Пацаны, вон уже видишь, калаш в процессе должен производиться. Конечно, он. Йося, ты калаш делал, да, пацанам? Там вот-вот что-то. Ну как положено, чтоб только одиночкой был. А то сейчас начнут тут, вау! Сейчас поен, наберусь энергии. Я слышал, там возле пятиэтажек эти... Пустой. Засели. Мне что, людоеды. Калаш летел там, не знаю, шары летели из него. Главное, что твой калаш сам летел. Женщин мало чуть-чуть, ты не проверял давно? Кого мало?
Женщин мало. Женщин в зоне, да. Вы потолще. Да, ну это как бы сгорит просто за секунду. Одна. Ночевала. Надо милиция, дальний бункер. Как ваше настроение в зоне? Вторая ночевала. Вот человек не унывает, так не унывает. Морж. Что это? Что такое? А, это вот с ними. Они работают, подмог, он, короче, баханы. А, рабство в стране никто не отменял. Да, я знаю. Вацок, что ли? Вацок? Не, работает. Не, вацок. Пацак. Пацак. Чатланин. Куча атланин. Ну вот эту дорубаете. И калаш может быть сейчас все сюда делает. Уже может быть. Израильский. Я что делаю? Я только обучаюсь, пацан. Я после этого. Че, как оно? Нормально, сейчас заработаю. Я возьму его. Базулька военная. Ядерку буду сюда. Прям внутрь. Ой, запретная зона, 50 метров. Снайпера сняли. Расслабились. Расслабились. На второй день, а? Второй день апокалипсиса, они уже расслабились. Фу. Нашли повидло. Едим повидло. Нашли яблочное пюре. Едим яблочное пюре. Залезли в дом. Облутали, ничего нету. Мы на четвертом этаже дома. О, уже существует как минимум три банды из трех человек, которые тут орудуют и просто все хвалят. Все хвалят налево и направо. Скоро мы тут увидим. Первая в мире история о морже зомби. Интересный, да, экземплярчик? Интересно. Я малого запустил в дом. Все, на мертвяк его ведем нахуй. Давай, да, на мертвяка дойдем. Я можно пальнуть, конечно, его разули. Да, говорят, можно разули в зомбиков. Так, для прикола просто. А обычное дело, Дейзи, за тобой идет зомби. Ну как факт, что мы сделать-то? Ничего не можем там поводить и все. Давай здесь туда. Рассасываемся. Да, давай. По идее, что ли? Бля. Слушай, он походу правила игры не в курсе. Морж, иди на возрождение, там полчаса сиди, заебал, блядь. Хуль ты за махом бегаешь? Ладно, пока зомби отходит, минутка расслаблений никогда не помешает. Вы меня понимаете, дорогие зрители? Сейчас, одну секундочку. Из кармана достаются электронные сигарочки. Прям таки на форы. На фоне зомби мы попарим.
Там за Соником зомби из дома выбежал. Это по баще было. Я сдула камеру. Нормально, бывает.